дерево. Вот оно создано, видите? Материалы и текстуры одеваются так же само, как и на другие объекты, поэтому мы, наверное, рассматривать эти примерчики не будем. Ну и со свойствами этого компонента вы тоже можете вручную здесь сами выставить и посмотреть, каким образом изменится вид самого дерева. Также настроив его ствол, то есть уменьшив его по максимуму, вы сможете сделать кустарник, а не дерево. Прописав в GL Cadencer поворот нашего дерева, мы сможем рассмотреть наше дерево с разных сторон. То есть таким образом мы сможем посмотреть, как оно выглядит изнутри. Вот таким вот образом. Полностью этот, а также другие видеоуроки вы можете заказать на форуме моего сайта delgame.ua/forum, по электронной почте okzona1@rambler.ru, на канале на сайте YouTube youtube.com/user/delphigame, а также в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Группа называется «Создание игр на Delphi».